Ты только что произошло? Все, нет, пока не хочет полезать. О, тоже смотри. Лимонная мята. А может быть и перечная, кстати. Из прошлогоднего урожая у нас петрушечное дерево. Брокколя. Одная капуста. И лук чуть-чуть. А, ну вон кинза. Да. Зира где? Дома. Спинат. Земляника. Садовая. Которые Вова в том году прикосил. Вот, вот, вот. Немного, но есть, да? Ты поешь? Шаман. Голыми руками. Пересадка. В лесу нашел? В лесу, да. Садовую? Ну да. Ну кто-то землю, может, выбрасывал. А в ней корешки остались. Она же как сорняк. Лештя? Это какой-то великаний наперсток. Все, хватит. Что нужно собрать? Для рассады. Не знаю, насколько она живая. Надо пересадить его тоже. Может, через месяц, да. Надо будет шпинат. Петруха. А что смотришь? Я думаю, это хрен или не хрен. А, попробуй просто. Это разгель дома есть, если что. Похоже? Похоже, нужен разгиб. Вот эта капуста, вот эта, она выросла из кочерыжки. Мы съели капусту, я воткнула кочерыжку в землю, и вот она выросла. Можно прям там.